Друзья, продолжая свое видео насчет стоимости бензина в США, да, вот буквально сегодня заправился за 2.13, заезжаю на вторую заправку Коска и видим, что бензин уже стоит не 2.13, а 2.09. Это просто какой-то рай для автомобилистов. Вот, такие дела. Бензин дорожает, дешевеет, то есть не с каждым днем, а с каждым часом в этой стране бензин становится все дешевле и дешевле. Вот, так что до новых встреч, с вами опять был Павел. Пока-пока. Патриоты России, радуйтесь, что у вас бензин дорожает.